Мы продолжаем наш эфир, и следующий вопрос задает Дмитрий не я, а один из телеграм-каналов. Поворознюк загримів у базу миротворець. Його звинувачують в розкраданні держави. Гордон, ти? Да. Я видел это. Это Труха, уважаемый канал, телеграм-канал сообщил. Це не я точно. Сайт «Миротворец» действительно сегодня включил эту жабу Поворознюка в свой список, как вора, но он вор, я это утверждаю, потому что я ссылаюсь на него. Он идиот, конечно, он в этом признается еще. То есть мало того, что ты воровал, он прямо, у меня это видео есть, он на камеру говорит, да, я воровал, но не у людей, у государства. То есть в этих тупоголовых мозгах даже не укладывается, что государство – это есть люди, что деньги государства – это деньги людей, это деньги налогоплательщиков, мои деньги в том числе. Потому что я плачу огромные налоги, делаю это легально много лет. И он и у меня, получается, крал таким образом. Его внесли в базу, правильно сделали. Это для него только начало рейса. Я хочу сказать, что я ж словно ветер никогда не бросаю. Вот. И этот негодяй, перевертыш, который четырежды судим, который сидел в тюрьме, который разворовывал государство в особо крупных размерах, который покупал себе генеральское звание, носил погоны генерала, не будучи не то что генерал, вообще не имея никакого отношения к этому, позорил нашу армию. Представляете, такая ряха свиная в генеральской форме. Он еще фотографировался на фоне своего портрета в форме генерала. Потом он прославился одной фразой «Вова ебашек», он сказал в начале войны. Дмитрий, он, мы же не люди, пожалуйста. Ну, это он сказал, это не я. Я его цитирую, классика этого. И он теперь ходит по всем своим знакомым, друзьям и рассказывает им, что офис президента делает на него ставку на будущих выборах. Я просто сразу говорю это офису президента, чтобы они знали это. Что он бравирует этим, рассказывает, что у него там особое отношение с офисом, что его хотят в первую пятерку будущей партии предлагать людям и так далее, что его поэтому раскручивают, он говорит. Ну вот я это и рассказываю. Меня спросят, а что ты на него взъелся? Я расскажу подробно. Я на него взъелся, это правда. Я обычно никогда не реагирую на хейт, но на наглецов у меня обостренная реакция. Дело в том, что я всю жизнь не любил наглецов, не любил быдло. Вот такое быдло из 90-х, которая сидит под огромным крестом, на пальцах перстни, тут цепь, тут автомат лежит. Это еще отдельное расследование, каким образом у этого полудурка оказался автомат, кто ему его выдал, на каком основании у этого генерала ряженого. Вот, поэтому чем он меня возмутил? Тем, что сидит это быдло и говорит, на всю Украину заявляет, Гордон, говорит, агент ФСБ, и у него квартира в Москве. Но это ложь. Я не агент ФСБ, у меня никогда не было никакой ни квартиры, ни недвижимости в России, ни у моих родственников. Никогда ее не было. Он это утверждает. Надеясь на свою безнаказанность, надеясь на то, что вот у него такой черный рот, что он такой хлопать с народу, что народ любит, когда такое сидит, развалилась туша в кресле, не влезает туда. И вещает, типа, и все, что он говорит, наверное, правда. Нет, это неправда. Я ему дал, по-честному, 2 дня, чтобы он извинился, опроверг то, что он сказал. Он отказался извиняться. Но раз ты отказался, скотина, извиняться, я тебе испорчу жизнь и репутацию. Я пообещал это сделать, и я это делаю. Сейчас я огромные силы бросил на то, и средства, и силы, и людей соответствующих, на то, чтобы полностью изучить его биографию. Мы раскопали его биографию с детских лет и до сегодняшнего дня. Это биография страшного человека, на совести которого покалеченные люди, не исключено, что и убитые, на совести которого незаконное владение оружием, присвоение себе званий, аферы с землей, рейдерские захваты, грабежи и воровство,
я этого уголовника выверну наизнанку. И тогда совесть моя будет чиста. Потому что я не люблю людей, которые лгут нагло для того, чтобы плюнуть в чистое зеркало. Вот это мне не нравится. Это первый пойдет у меня. Второй, я официально об этом говорил и продолжу. Второй у меня будет Сергей Лещенко. Бывший журналист, ныне железнодорожник. Это тоже скотина, где негде ставить клейма. Это тварь, связанная с Россией. И я это покажу, я это докажу. И от репутации или остатков репутации этого идиота не останется ни следа. Вот эти двое уже пожалеют, что полезли не туда, куда надо было лезть.